Оскандалилась на этой неделе и представительница светского общества, недавно ставшая в ряды активистов протестного движения. Скандал случился на церемонии вручения кинопремии «Ника». Ведущая церемонии Ксения Собчак как на ток-шоу задала провокационный вопрос актрисе Чулпан Хаматовой. Как известно, перед выборами та снялась в агитационном ролике за Владимира Путина. Чулпан, ты знаешь, как я преклоняюсь перед твоим талантом и перед человеческой добротой и щедростью? Ты потрясающий человек. Именно поэтому я бы хотела здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина или бы ты осталась в стороне от политической деятельности? Собчак освистали, мол, не вовремя и не к месту такие вопросы. Ответа, впрочем, Чулпан Хаматовой та так и не дождалась. Ну а позже Собчак объяснила, что хотела всего лишь чистосердечного признания. Цитата. «Ничего ужасного в том, что человек поддерживает Путина. Нет». Но вопрос, конечно же, только в том, кто и что позволяет ведущей праздничной церемонии требовать таких вот признаний.